Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, the place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right, let's focus on the goal. Come on! Здарова, бандитки, бандиты, с вами как всегда Спикер, и продолжается зеленый ад. 100 дней выживания при максимальной сложности без смертей, и мы продолжаем наше выживание. Я успел лег спать. Берите вкусняшки, берите попкорн, бабушкины пирожки не забудьте, и наше выживание продолжается. 5 часов дня, я очень голодный, я очень злой. Потому что мы выживаем уже 15 день выживания, и я не встречаю... О, кстати, камни. Мне нужны камни. Я знаю, где камни здесь находятся. Тут не хватает, нету земцев. Их слишком мало, черт возьми. Я хочу сражаться, я хочу выживать по максимуму. Но туземцев все нет и нет. Ребята пишут в комментариях, ты сам нарываешься. А потом начинается сражение. Слушай, я вспомнил, где находятся камни. Они находятся вот тут, а тут есть пещера, и тут и есть камни. Да-да, тут большие камни. Мелкие камни, можно их нахватать, конечно же. Это будет здорово. Я нашел большой камень. Я нашел 2 больших камня. Слушай, это здорово. Я нашел еще грибочки. Так, мне нужны... личинок тут нету, гусениц нету. Мне нужны мелкие камушки, большие 2 я нашел. Мне это чуть позже надо будет, 2 больших камня. Слушай, а где пещера здесь? Здесь должна быть пещера. Или нет? Или что-то... А нет, помню, видишь, я помню. Но я, мне кажется, ни разу... Вау-вау-вау, камни. Появились камушки. Так, 3 камня есть, можно, в принципе, добыть. Ой, мне кажется, появилась пиявка. Все, руки чистые. Что это у меня на ладони? Показалось. Как будто какая-то рана. Пиявки, наверное, да? Одна пиявка присосалась. Одинёшенька. Так, смотрим аккуратненько. Скорпион. Слушай, какая большая пещера. Слушай, тут камней много. Так, ну-ка, просто сюда камень. Жалко таскать, может, камень. 9 камней я уже нахватал, слушай, этого достаточно. Но я нахватаю еще больше. Так, смотрим скорпиона. Вот, я же тебе говорю. Где-то тут скорпион. А, вот он, зараза, видишь, какой мелкий. Бей его, заразу. Давай звука его. О! Сколько крови в нем было. Заберем скорпиона. Слушай, камней реально много. Добыть. А я говорю, почему... Я еще спрашиваю, почему здесь у него нет камней? Слушай, здесь какой-то проход куда-то. Я не понял, а куда это выход? Красота какая неописуемая. Там какой-то выход куда-то. Ой. Во-во-во-во. Где-то еще скорпион. Я не вижу пока что его. А, вот вижу, прям по центру. Промахнулся. Или погоди, это не скорпион. Сейчас укусит меня. Зараза, я не вижу его. Какой противный звук-то у него.
Давай обойдем это дело сверху. Куда я иду? Я не знаю. Я сейчас заблужусь в этой пещере. Меня обкусают всего скорпионы. Я здесь сдохну. Пригнись. Пригнись, мой друг. Пригнись. Нет, не могу пройти что-то. Я тут не могу пройти туда. Давай вернемся обратно. Так, что у нас по еде? А, пить хочу. У меня нет с собой ни черта. Ой, банан есть. Банан есть и много шишек. И, кстати, у нас есть... Первый раз есть скорпион. Его можно съесть, его можно зажарить. Нет, конечно, его... Ой, темнеет. Ой, ой, темнеет, черт возьми. Нужно бежать отсюда теперь очень быстренько. А, хватаем камень, один большой, и бежим на берег. Так, выход я помню. О, железная руда, здорово. Но у нас нету... Тут можно пройти еще. Нет, не пойду. Ну, пещера как пещера, ничего интересного нет, кроме железной руды. И всяких много проходов и скорпионов. Ой, опять там скорпион. Слушай, какая большая пещера и как много в ней скорпионов. А где, кстати, камни? Я нашел выход уже. Камень хватаем и бежим вниз. Так, все, камней нахватал. Нужно будет еще взять два камня больших найти. И, в принципе, о, ящерица. Редко вижу, кстати. Так, это камень, камень, палки, палки. Так, бежим вниз сейчас. Делаем, кстати, для воды можно закончить сейчас. Я хочу есть, на сушильнике у нас есть мясо. И нужно сбегать туда, вернуться, чтобы забрать нашу партию мяса. Она, наверное, уже испортилась, к сожалению. Это реально, наверное, испортилась. Слишком долго я тут бегал, с пиявками сражался. С глистами сражался слишком долго, что мясо мое там уже испортилось. Так, бежим. Бежим, бегом, бегом к берегу. Я вернулся к себе домой. А, у нас много лагерей. У нас тут лагерь. У нас там лагерь. У нас есть на второй локации тоже есть лагерь. Я хочу жрать мясо. А, съесть один кусок мяса, 52 протеина, это здорово. Так, воды, сразу много воды, хочу напиться. Напьемся много воды, кстати, на той стороне там чертовски много воды. Там много этих чашек, так, выпивай. Чашку выбрось к черту. А, чистая вода, вон там у нас есть две большие канистры воды. Можно вдоволь напиться, ой, здорово, все, готово. Так, что у нас? Камни, камни и... Осталось три больших камня, о чем я и говорил. Так, камень я принес, бросил сюда. Один камень у меня есть. Нужно еще два камушка больших и, в принципе, готово. Наша большая чаша для воды. Я все смотрю, знаешь, туземцы. Я все-таки надеюсь, что они прибегут ко мне, они не забыли про меня и дадут о себе знать. И мы покажем красивый бой. Так, 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 погоди, погоди, мясо. Мясо готовится, а мяса у меня больше нету. Тут у нас нету мяса. Ой, мясо испорчено. Добыть из него личинки, конечно же. Гусеницы, личинки, что там у нас? А личинки три штуки сразу. Здорово. Добыть из них... Из мяса личинки. Так, все, пускай у нас на сушилке мясо лежит. У меня пока нету местечка. Мне осталось найти два камушка больших и закончить наш фильтр. Так, грибочки. Я хочу, наверное, съесть сразу их. Да, я проголодался. Нужны грибочки, нужны и шишки. Кстати, шишки-то у меня есть. Шишек проблем нету. Так, две шишки достаточно. Не, погоди, я еще хочу шишек. Тут такой не наел. Я съел уже, по идее, три шишки, мне все мало. Какой голодный-то. С голодного края сюда. Так, побежали обратно. Мне нужно еще камни. Мне нужно два больших камня найти. Тут змей нету. Пауков здесь тоже нету. Паук находится только там. Змею вообще нету. А бывает, туземцы приходят. Но мне кажется, это очень редко. Так, камень, камень. Ой, 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 муравьи! Муравьи, зараза! Я забыл про муравьев. Вот почему нельзя бегать ночью в джунглях Амазонии. Потому что наступаешь на муравьев, на пауков, на змеюк.
Так, у меня всего лишь... А, погоди, у меня же там муравьи покусали. А, у нас просто сыпь. У нас сыпь, и сыпь, по идее, просто пройдет со временем. Или погоди, или можно ее переимбедовать. Нет, нельзя. Сыпь. А это дело пройдет, нужно просто подождать, и все будет нормально. Так, два камушка где-то было у нас тут. Так, мы берем палок. Палки пригодятся тоже в строительстве. Разжигание костра, это дело пригодится. Камни, камни, где камни? О, длинная палка. Добыть из нее короткие палочки. 81-я ночь выживания. Я все еще живой. Так, погоди, я пошел не в ту сторону. Нам подниматься нужно выше. Пойдем в пещеру. Там камней очень много. Да, кстати, мне нужно сделать кроватку. Да-да, чтобы спать уже внизу и не бегать наверх и спать. Чтоб лег там и уснул, поспал и проснулся. Так, мелкие камни. А, пойдем в пещеру. Камни падают сверху, мелкие. Так, здесь у нас камней много. Сейчас наберем. И побежали вниз. Только аккуратненько не наступаем на муравьев. Друг мой, ты пишешь, сходи, а в джунгли? Конечно, можно сходить. Знаешь, можно прямо сейчас пойти в джунгли. Именно ночью. Именно в 10 часов и в 45 минут вечера. Я сейчас пойду в джунгли. Смотри, у нас выживание по максимальной сложности. Где там проход? Где их? Одни пальмы, бананы вижу. Куда бегу? Сам не вижу. А мне осталось, знаешь, последний камушек сделать. И можно пойти в джунгли именно ночью. У меня, в принципе, энергия позволяет, но не так уж и много энергии, если честно. Пока я принесу еще один камень, наверное, я уже устану. А, и спать захочу. Ух, еще один камушек. Погоди, а тут у нас нет камня большого, а на берегу. Ну, хотя бы один камушек здесь, может быть, будет. Вода, вода, вода. Камней тут нету. К сожалению. Сыпь не проходит. О, уже 12 часов практически. Как летит быстренько время у нас. Так, я хочу бананы уже. А, как раз есть, чем поживиться. Перекусим. Чуть-чуть буквально. Что за звуки? Так, пойдем за последним камушком. А чтобы сделать этот фильтр уже и не знать проблем с водой. Потому что он довольно быстро фильтрует воду. Даже с помощью фляжки она брать можно, и воды будет всегда много у нас. Сыпь не проходит. Погоди, в чем проблема? Не проходит сыпь. А нет, уже не сыпь, она прошла. У нас пиявка появилась. Походу на руке, да. Я думаю, это сыпь у нас оказалось, присосались наши пиявки. Все, одеваем броник. Все, мы вылечились полностью. Ну что, у нас полночь. Все, по идее, должны спать. И я в том числе. Так, берем. А, кстати, пойдем-ка спать, а утром я спущусь с последним камушком. Так, личинок нету, мухи только летают. Давай-ка поспим. Утром просыпаемся. В 6 или 5 утра просыпаемся, тащим камень, и наш фильтр готов. Проснись и пой. Ух, обалдеть, видишь, плюс 3. Комфортный сон, это хорошо. Так, ну что, мне осталось закончить фильтр. О, маленький, нет, не так. Мне нужно большой, он большой, кажется, да? Ага, хватаем и спускаемся вниз. Ууу, бананы, погоди, камень. У меня бананчики. 130 нам привезли бананы, это здорово. Так, дождь идет, это хорошо, сейчас можно как раз закончить, и как раз наберется наша фляжка полностью. И пускай фильтруется. И, друзья, побежали в джунгли сейчас. Да, мы сейчас закончим, и мы сейчас позавтракаем и побежим в джунгли выживать. Мы покажем, как мы выживаем.
Мы уже показали, какой я строитель, какой я... Ну, выживальщик тоже мы показывали. Мы уничтожили племя абориген. Ну, весело было, правда же. Было время, когда реально было офигенно. Все, пускай заполняется. Вода чистая вниз... А, погоди. Вот тут у нас чистая вода. Здесь у нас фильтруется водичка. То есть, а оно заливать. С помощью дождя она набирается. Ну, очень медленно. А, это можно поправить вот таким макаром. Видишь как? Заливайся. Погоди, он что, не залился, что ли? Так, погоди, а вода грязная 100%. А куда? Сверху же. Ну, выливайся. А почему не выливается, не понимаю. А, хорошо, погоди. Вылить воду. Там, по идее, у нас чистая вода. Тоже дождевая вода была, поэтому у нас, видишь, какой... Конфликт получается с водой. Так, выпиваем эту воду. Все, чистую воду выпили. Теперь, по идее, нужно грязную воду налить. А у нас полная фляга. Видишь, какой бывает конфликт с водой. О, видишь? Я помню эту фишку. Ребята писали комментарии. И, как видите, я все читаю и помню. Так, заливайся. О, еще одну фляжку. Видишь, целых 3 фляги у нас будет воды. А, потрясающе, видишь? Пускай фильтруется, довольно у нас быстро она будет фильтроваться. Обалденно, мясо я хочу. Я мужик хочу, я мясо. Так, бананы, шишки, я все хочу. Так, берем один кусок мяса с собой, второй в себя. А, и все. Да, и все. А, хорошо. Пойдем, банан у меня, кстати, есть. Банан съесть. Скорпион. А давай-ка его съедим сейчас. Disgusting. Здравомыслие минус 10. Обалдеть, ты смотри, я сожрал скорпиона. Блевотина 3. 3 блевотины, все, короче. Но я не сдохну, я буду дальше жить. То есть мы не пойдем уже в джунгли. Я опять на койке, понимаешь? А минус 10 здравомыслие, офигеть. Так, окей, делаем кровать. Да-да, нужно делать тут кровать, нужно тут спать и не бегать наверх там 20 раз. А, укрытие, погоди, а можно сделать укрытие? Бамбуково нет? А, бревно 2 штуки, длинных палок 6, веревка, листья пальмы 26. Нифига себе. Ну, давай сделаем такую, большую. Ух, она что-то не помещается здесь. Найти доступное место. О! Обалдеть. Обалдеть. Смотри, какое большое. Так что ли его сделать? Ну, можно, в принципе, так сделать. Так, нужно бревна. 2 бревна толстых. Ну, пойдем искать. Как говорится, пока мы болеем, можно порубить дрова и поискать 2 толстых бревна. Где я тут их найду? Тут одна пальма. Ой, там эти муравьи. Здесь рубил. Здесь рубил. А, о, деревья. Деревья. 2 толстых бревна. Так, падай в ту сторону. Так, будет одно бревно, да, толстое. Так, берем палочки. Мне нужны палки еще будут. Потому еще длинные палки. Но длинные палки, в принципе, есть. Они валяются. А забирай тоже веревку. Блевотина. Сейчас жрать ничего нельзя. Пускай проболеет наш главный герой. У нас 82-й день уже. У, 2 бревна сразу, смотри, как здорово. 2 бревна тащим домой. Энергии много, офигенно сели. Сожрали скорпионы. Я, конечно, знал, что будет что-то типа подобного. Но нормально, в принципе. Главное, знаешь, нет у нас этих личинок под кожей или в желудке. Это самое главное. Сейчас мы сделаем большой себе укрывной. 6 длинных палок. Ну, чудесно. Длинные палки у нас тут были. Вот, 2 штуки. 2 штуки там еще наверху есть, то есть без проблем сейчас. Уже 3 нахватали, сейчас бегаем наверх и заберем. Пить есть ничего нельзя. Так, можно, конечно, и сдохнуть с голоду. Но я, в принципе, не сильно так голодный. Так, побежали обратно наверх, забирай там 3 палки, еще длинные. И, в принципе, все. Ну, нужно много веревок и еще, кажется, короткие палки. А, листья, пальмы еще нужны. Так, заберу с собой, потом я сразу буду есть. Сразу же с голодного края прибегу, буду есть. Так, у нас 2 бревна здесь. Нет, бревна не нужны, мне нужны только длинные палки. О, тут будет длинная палка.
Давай, давай, давай. Сколько будет? Так, одна. Так, вторая. Бросим сюда, пускай пока валяется. Нужно еще третью найти. Так, где я рубил? Я рубил два дерева, она упала вот тут. Где длинные палки? Ну, хорошо, давай еще срубим. Проще срубить, чем найти. Пока вот деревьев хватает. Так, одна, вторая и третья. Нужно все забрать, которые тут есть. А, походу потерял его. А вот и нет. А, черт... а нет, нет, короткий. Это короткий. Где та пачка длинных палок? Черт возьми, реально потерялся. Погоди, это все одинаково. Все зеленое, везде валяется палки. Так, нашел одну. Теперь найти ту парочку бы еще. Если это возможно. А, нашел. Все, нашел, нормально. Сколько здесь коротких пауз. Далеко от моего лагеря. Так, я весь грязный. У меня, походу, пиявка появилась. Ей, я жрать хочу уже. Туземцев пока и не вижу, все нормально. Мясо готовится, все потрясающе. Уже, смотри, 4 куска мяса приготовятся, и здесь сразу будет у нас 6 кусков мяса. 5 дней. Так, так, и внизу. Все, теперь нужна веревка. Веревка, веревка, веревка. Одна веревка и листья. О, закончилось? О, все закончилось. Серьезно? У меня было много веревок, куда они все подевались? Ну хорошо, пойдем за веревками. Это вообще не проблема. Так, погоди, у нас появилась пиявка, наверное. Где-то присосалась наша пиявка, да? Ой, там вообще ничего не вижу. Я не вижу по ногам ни черта. Ну-ка, одень броник. Выйди вниз. Сейчас снизу посмотрим. А, есть там одна штучка присосалась. Так, мне нужно сколько было веревок? А, кажется, 9. А, 3 или 4 я сделал. Наберем десяток, и мне будет достаточно. Так, я уже проголодался, но блевотина скоро пройдет. Это здорово. Воды у меня много. Напьемся, сразу мясо закинем, сразу фрукты закинем в себя. Эй, наша кровать будет готова, наверное. Кровать будет офигенно. Не будем бегать наверх, будем внизу уже спать и ложиться. Давненько надо было делать кровать там снизу. Так, сколько у меня? О, 8 веревок, достаточно. Так, заберем, наверное, палочки. Надо было там выкинуть и взять здесь новую партию палок. Я все высматриваю все-таки. Слушай, а тут крокодилы бывают? А, здесь редко я бегаю. Я высматриваю туземцев. Ой, ой, пчелы. Довольно тихо. Вот на следующий день мы точно пойдем в джунгли. Сейчас... О, блевотина прошла. Все, пьем воду. Пьем воду. Пьем воду. Чистая вода по 25%. Обалдеть. Мясо мы кушаем. А все, все, сейчас кушаем. Это есть. Это есть. Я хочу голодный. Я теперь наемся. Так, воды. А воду набираем. Воду набрали. Ой, а что грязная? Погоди. Вылить. О, чистая вода. Обалдеть, 100%. Тут грязная вода. Пускай дождик набирает. Так, по веревкам у меня готово. Мне нужны листья пальмы и все. Я наелся. Только мне нужны шишки еще. Шишек мне не хватает. Так, веревки, веревки, все готово. А листья пальмы 26 штук. Воу-воу-воу. Как много. Это очень много. Так, эти листья можно срубить. У нас будет сухая трава. Пригодится, знаешь, всегда сухая трава. А, листья пальмы. Нужно сделать новый топорик уже, кстати. Ну, листья пальмы. А, были где-то косточки. Вот, косточки. А, давай-ка сделаем новый топорик. Так, изготовить. Сколько там? 3 косточки, веревка, кажется, и все. Или 2 косточки. Так, вот так и веревочка одна. О, костяной топор. Уже, наверное, будет 60%. Так, этот к черту выкинуть. А тут у нас 57%, да? Ага.
Дождик прошел, все чудесно, мясо практически готово. Я наелся вдоволь, напился. Я хочу еще один фрукт съесть. И осталось листья пальмы. Ну, пойдем наверх, мы глянем, где растет здесь пальма. Ну, если смотреть на... вижу пальма. Пальма же? Пальма только... О, нормально рубится. Так, забираем листья. Сколько всего сразу вмещается? 4, 5, 6. Все забрал. Все, 6 максимум. А мне нужно 26. Нормально, бегать мне. По 5 раз. Так, устал что ли? Сейчас, погоди, не уставай. Мне осталось... 7 я сделал. Мне нужно все-таки закончить и уже тут-то поспать. Не хочу я бегать туда. Тут всего лишь парочку листьев осталось. Погоди, ну мы заберем эти пару листьев. Ой, погоди, пару. Здесь у нас 4 штуки, я уже нахватал. Вон еще листья есть. Давай-ка спустимся. Так, опять пиявка присосалась. Так. Сколько уже? 11. Опять пиявка присосалась. Какие не... Ой. Как их много-то? Бегаю под джунглями, конечно, пиявки присасываются ко мне. Слушай, смотри, как круто смотрится железная броня, да? Офигенно смотрится. Сколько процентов? 44. Броня из костей? Из костей у нас. 15% это проблема, кстати. Нужно найти броненосца 32 и сделать броник на ноги. Понимаешь, когда леопарда кусает, он кусает по ногам в первую очередь. А по рукам бьют туземцы. Так, как мне тут пройти? Пальма здоровая? Здесь много. Уже 11 я принес. То есть, понимаешь, нужно эту еще и еще одну пальму найти, и все. И наш домик готов. Я надеюсь, я успею достроить. Мне хватит энергии, чтобы достроить этот домик. Но если не хватит, я съем кусок мяса, и энергия поднимется. А вот предубегут туземцы, у меня не хватит энергии с ними сражаться. Так, где я рубил? Вот тут тоже рубил. Так, давай-ка заберем остатки. Так, 3, 4. Да, было 4, кажется. Так, вон, кажется, пальмы есть. Ой, там паук, там бананы. Так, паука я вроде не слышу, смотри-ка. Бросим листья. А нет, есть паук. Вот засранец, я просто... Я его просто не вижу здесь. Так, бери не удочку, бери, а бери топорик и руби листья пальмы. Во. Забирай отсюда листья. 3, 4, 5 и 6. Мы спускаемся отсюда. Что-то я не вижу, у тебя листья, выбрось листья. Брось ты листья, брось. О, бывает глючит. Во, теперь нормально появились у нас листья. Так, забираем 6 листьев и спускаемся вниз. Все. А взяли. О, пока энергии хватает. Хотя бы еще разок сбегать, надеюсь. Так, сколько осталось? Сколько осталось? О, 3 штучки осталось. Обалдеть, все, у меня осталось. Видишь, разок сбегать. Как все рассчитал? Видишь, по энергии рассчитал. Так, бананы я забрал, мне осталось всего лишь 3. 3 листочка. И все. И пойдем, господи. Пойдем вниз. Обалденно. Друзья, знаешь, уже, наверное, увидимся в новых роликах по зеленому аду. Мы сделали кроватку, мы съели скорпиона, мы проболели. Все офигенно, мы выживаем дальше. Длинные палки 2 штуки. Погоди, а это как ты... А длинные палки 2 штуки, мне не хватит энергии. Сама сойти. Да ты устал что ли бегать? Давай выкинь мне палки, тяжело тебе бегать, понимаю. Но, смотри. Смотри, как я придумал. Мясо мне нужно. Мне нужен один кусок мяса, поднять себе энергии. И я успею сбегать за 2 длинными палками. Давай, готовься, скорее готовься. Мясо. Ну же, мясо. О, мясо есть. Съесть. Все, подняли энергию, бежим. Сейчас бежим за длинными палками 2 штуки. Так нам написали. Ну, по идее, наверное, нужны эти палки, чтобы прижать листья пальмы. Чтоб никуда они не улетели. Так, рубим здесь. Далеко бегать не будем. Искать не будем. Просто нарубим. Сколько упало-то на меня.
Так, одна есть, нужна еще одна вторая. О, не, погоди, тут у нас есть две штуки сразу, здорово. Все, все рассчитано, все до миллиметра. Хватает нам энергии. Съели кусок мяса, подняли себе протеинчика и заодно и энергию подняли. И можно достроить нашу избушку. Достроили, и можно пойти уже спать, друзья. Уже увидимся в новых роликах по зеленому аду с вами. А, спасибо, досмотрели до конца. Спасибо, что болеете, поддерживаете. И, конечно же, где можно спать? Погоди, а не можно спать вообще? Погоди, ну тоже только можно сохранить игру. Это просто навес для сохранения, что ли? Зачем мне нужна сохранялка? Все понятно, нужно сделать кроватку здесь еще. Обалденно. Погоди, погоди, кровать что сделать? Кровать, кровать. А кровать из листьев. О, из листьев. Прям сюда, да? Как ее там впендюрить? Нормально. А зачем я делал такую большую, если нельзя там поспать? Ну, по идее, по логике, да, нужна кровать снизу, ее нету. Мы просто сделали для сохранения, что ли. Хорошо, друзья, здесь уже сохранимся и уже продолжим в новых выживаниях к зеленому аду. Всем спасибо, всем удачи и пока.